Здравствуйте, мастерская слоновая компания. Я Вячеслав, приветствую вас. Сегодня в нашем обзоре будут два пчака. Пчаки из М390, клинки, рукояти стабилизированный кап клена. Вот такие вот пчаки. Пчаки эти проданы. Тоже вот планирую отправлять. Поэтому решил показать, напомнить, что вот на пчаках мы делаем вот такой вот орнамент, вариант пяточки. Вот. Это так называемый наш средний пчак. И вот такой пчак, это большой пчак уже. 180 миллиметров длина клинка, у того 160 миллиметров была длина клинка. Вот. На этот пчак мы решили такого вот барса сделать. Поставить барсика. Пускай. Не знаю, как вам, но мне нравится прикольный барсик. Вот такие два пчака. Почему повторяюсь, пчак им показываю? Были в комментариях просьбы, чтобы показывал и простые, даже разные. Но теперь буду тогда чаще показывать все это. Более простые ножи тоже буду показывать. Потом был комментарий, что надо менять одинаковые ручки. Ну, у нас не коллектив там из 20-40 человек, всего четверо. Поэтому менять много, часто новые выдавать некогда. В ближайшее время будет новый нож. Покажу новую модель ножа. Вот так же разрабатываем потихоньку, время не хватает. Финку НКВД разборную. Это еще все равно не скоро, месяц еще проделаем. Потому что надо и такие заказы делать, ну и что-то новое разрабатывать. Как я уже говорил, у нас ближе за последние, в этом месяце, так скажем, у двух мастеров родились сыновья. Так что иногда работа встает, надо оформлять, справки какие-то собирать, по поликлиникам ездить. Не знаю, по-моему, когда у меня сын родился, не было столько, по-русски скажем, геморроя, как сейчас. Ну, что делать? Ах, дети — это хорошо. Всем здоровья, удачи, до новых встреч.